Господи, Женечка, ты же совсем ребенок. Ой, не говори банальности. Почему? Потому что я подозрительный тип? Не поэтому. А почему? А не скажу. А скажи. Поцелуй, тогда скажу. Не так. Ну, Женя. Ну, а что? Они все равно все думают, что я твоя любовница. Важно, что я думаю. А что ты думаешь? Я думаю, ты капризное, избалованное дитя.